Здорово, пацаны! Стройка века продолжается. Мы опять в бункере. Сейчас будем травить блох. Закупил я на Вельберисе вот такую херню. Называется «Чистый дом». Эксперт по защите от насекомых. Спрей от клопов, блох. Мгновенное действие, без запаха. Вообще вещь. Сейчас начнем, короче, мучить блох. Проверим в действии. А то блохи загрызли вообще. Всю кровушку попопили. Сейчас начнем шуровать блошек. Упадла. И не говори. О! Что, Лёш? Лёх, привет. Здорово. Лёха сегодня посетил, привез мне картошечки, да, из деревни, целый мешочек, серьезно. Еле таксиста уболтал, чтоб он вез. Но все-таки справился. Гуманитарная помощь. Да. Это да, тут что-то уже начинает. Ну, Дед Мороз, братан, давай-ка мы тебя обработаем. Обработаем. Ты там особо на нас не злись. Да. Блохи, уходите прочь! Блохи, прочь! Уходите прочь! Сейчас как начну стегать, мне так кажется. О, Ленина тоже. Надо. Блохи, падлы! Мгновенно сейчас блохи начнут танцевать. Ну, да пусть... Нам не танцуют. Да? Да, я тебя обработаю. А она не вонючая никакая? Да не, вообще без запаха. Обжиться не надо. Там написано, что без запаха. Да. Тебя обработать тоже надо. Неплохое средство. Да, да, неплохое, вообще неплохое. Креслица, чтобы они тут, падла, не сидели. А вот они, тьма тут, да, падла, смотри, под джинсом. Бегут, да? Да. Уже начали, ну-ка, давай-ка их. Блохи, твари. За свитере смотри, сколько. Да? Охренеть. Ля-ля-ля. Только начинаешь их гонять, они сразу все начинают бежать там в ужасе. Ну-ка, блохи, прочь отсюда. Блохи, уходите. Щербуны. Щербуны проклятые. Да, кстати, мы тут проемчики вот запинили. Блин, пена монтажная. Раньше стоило 200 рублей, никто особо сильно не напрягался, что-то зашли там. 700 рублей! Баллончик! Охереть! Куда нафиг, блин, такие цены, блин? С чего вдруг? Что пена, что ли, у нас, блядь, в России не выпускается? Нами была обнаружена вот такая вот бутылочка. Бутылочка, блин, походу чешская какая-то, блин. Пиво. Да, пиво, скипидар, не хочешь? А? Какой-то древний скипидар. Вообще, блин. Я такого-то отродясь не видел. Ну, видно, очень древний. Адовая смесь. Да, еще нам с Вельбериса пришла такая штука. Это типа приточка. Тут регулировка у нее, крутилочки, там всякие, стоит угольный фильтр. Как бы, ну такая прикольная штука. Она монтируется типа в стену, где входит свежий воздух. Ну типа того, что без всяких, фильтрует его от всяких там частиц грязных. Вот вставляешь ее сюда, здесь можно жалюзи регулировать, можно фильтр менять. Прикольная вещь, надо вот ее смонтировать. Вячеслав, как тебе сегодня наш рабочий день? Нормальный. Нормальный. Плодотворно, да? Поработали, сделали щиток. Много теперь всяких нас... интересных находок. Да, вот находка. Бутылка, вещь, защита, да. Каска. Смешная. Вообще классно. Слав, ну вот у вас там по молодости тоже, да, были вот эти хибары, каморы, там как у вас назывались? Хибары. Хибары, да? Да. У нас бурухи, у вас хибары. Кого-то каморы. В общем, буруху, вот. Я не знаю, забуриться в буруху, да, наверное, там. Бура, короче, это игра, мы играли. Да, бура, да. Короче, каждый уважающий себя пацан, блин, должен был иметь вот эту вот камору, хибару или буруху. Ну, был, да, у нас.
Потому что маменькины сынки, они никогда по таким заведениям не чкались. Они сидели дома и учили уроки, а настоящие пацаны всю дорогу на улице и после учак и школы. Ну да, из училища пришел, там побыл дома, там, пожрал там или там уроки не делал никогда. Ну, часов 6-7. Короче говоря, вот эта хибара, она как бы обобщала весь народ, потому что это было типа как мужской клуб, короче. Ну, типа того. Раньше же было как? Вообще тусоваться негде было. Понимаешь, не было. Ни клубов не было, ни хирургов не было. Ну, были эти кафе, хрифе, ну это понятно. Они же там на Ленинске встречались. Да, где деньги взять на эти вот кафе? Именно, там же не просто так. Ну зато тебе это кружки зато всякие были, юнаты. Были там, и прочее. Цветаева есть, там это. Кружок, иди в кружок. Комната школьника. Или вот та секта в лесу, как она там называлась? 27-28. 27-28, да. Или в секту то. Помер там один товарищ. Не, лучше, конечно, в хибару, блин. В хибаре можно. Не, в хибаре, ну что, нормально, блин, придешь там, или в теплопункт, или там это. В хибаре можно файли, в картонке поиграть, в шахматы, файли, в шашки, да, там, да, во все дела. У нас проигрыватель стоял там. А, так, музыкой можно было, да. У нас стоял проигрыватель, поделиться. Короче, 60-х годов, вот так включаешь, а тут у него вот такая лампа, она еще когда нагревается, она вот так раскрывается. Вот так, звук вот этот. Прикольно было. И у нас была одна пластинка Greenpeace. И мы бухали там или там в карты играли. И все время она была одна. Причем она с одной стороны кончалась, переставляли с другой. Это где первая песня? YouTube, да? Там YouTube, Белинда Карсла, да, и еще да, там да. Что-то. Был у нас, да, тоже Стрейт, по-моему. Представляешь, у нас тоже в Бурухе был этот диск. Вот. И он заканчивался с одной стороны, переставлялся на другую, включал. И вот так вот гоняли его по кругу. Да, коллекция пластинок, я помню, у нас была серьезная, и проигрыватель был такой, знаешь, чемоданчик. Ну, чемоданчик, вот эти крысеты, с линзой вот этой, она раздвигается вот так, там это, зелененькая такая. Потом еще много ходов, всяких радиол было, различных, да. Потом уже бобинники пошли, потом уже кассетники, как-то так, кто обладал. Ну вот, там, да. Сидели, блин, что, бухали, курили, блин, карты играли. Ну, а чем еще заняться-то? Вот, нечего было. Ну, конечно, зимой, а кому охота? Зимой, там, ну да. Чкаться на холоде. По подъездам. По подъездам вечно всех гоняли. Да, гоняли, да. Да тоже сидели в подъездах. Ну, это как сказать? Это сейчас молодежь, блин, вот реально, они в телефоны свои уткнутся, и никуда им похрену. У них все друзья в телефонах. Да. Да, такого не было, ни телефонов, ни херонов, блин, там, постоянно. Общались, ездили там вот в центр, там приедешь, блин, там кучки, блин, сидят. Но зато можно было хоть вот при таком реальном общении понять, кто нормальный пацан, кто друг настоящий, ну, да. А кто так, говно какое-то. Ну да, ну, блин. А так вот сейчас по контакту и по всяким там мессенджерам пойми, блин, что это за человек. Ну, пишет, да, вроде одно, да, а в реале он вообще другой. Да, ну это ж, да, как объяснить-то, блин. В интернете можно сделать все, прикинуться всем кем угодно, хоть там вообще, просто вот. А посмотришь, чухан какой-то, блядь, а он там все пишет, позови, выставляет крутым таким. Да, конечно. А это чухан на самом деле. Ну, а то, да. Короче, Буруха — это такой мужской клуб, где можно было понять, кто ты есть такой на самом деле. Там же, блин, я помню, и после драк туда приваливали, там раны зализывали, блин, там и мести всякие придумывали, блин. Ну, знаешь, это, особо так не дрались, блин, потому что все тусовались там, блин, и все бухали там. Все. Ну, а ходили в гости в другие бурухи? Да, там ходили. В каждом доме была буруха. Вот в этом, я не знаю, была вот там какая-то разрисованная, но я тут ни разу не был. В том, вот, в следующем была, да. В 15-м была, в 17-м была, в 19-м нет. На Семашке. Да, и все, вот 15-й, 17-й, вот этот, 35-й дом. Вот, были. Ну а Дима Дворник в какую буруху был вхож? Какой? Куделя. Куделя? Ну, в 17-м доме, которая была. Которая в 17-м была. Напротив. Да, понял. Он же в доме напротив даже жил, да. Напротив, двор перешел. И туда зашел. Зашел в мужской клуб. Бухали там, блин. Там. А что, у нас кровать стояла, блин, это там.
такая с сеткой. Саша Ключ к вам не ходил? Не, ключа не было. Саша Ключ в другой буруке там был. Где-то, у них где-то на приборке там было. Да, они с Рэмбой там где-то терлись. Я тоже, на приборке. Ну ладно, пацаны, давайте всем пока. Подписывайтесь на наш телеграм. По возможности присылайте нам донаты на стройматериалы. Нам это очень важно, потому что что-то с деньгами у нас тут вообще какая-то беда. Я вчера оплачивал репетиционную базу. Нам повысили там ценник опять. Еле наскреб там денег, чтобы это оплатить. Теперь у них новомодная тема. Они шлют на телефон смс-ку с надписью «Долг! Долг!» Типа «Ты должен!» И не попробуй, не заплати. Как-то так. Поэтому что-то с деньгами у нас тут вообще напряжно, блин. А ценник на стройматериалы дикий. Ну ладно, в общем, пацаны, давайте, всем удачи, всем хорошего дня или вечера. Всем пока. Всем пока.